Твери продолжается рейтинговое голосование по отбору территорий, которые будут благоустроены в будущем году. В перечне 10 объектов во всех районах областной столицы. Сделать свой выбор жителям помогают волонтеры. Подробности в нашем сюжете. Любой житель Твери, которому исполнилось 14 лет, может принять участие в рейтинговом голосовании. Эти девушки – волонтеры, они помогают своим же одноклассникам сделать выбор в пользу благоустройства той или иной территории. Сначала школьникам рассказывают о проекте формирования комфортной городской среды. А сам процесс голосования занимает не больше минуты. Нужен лишь мобильный телефон. Очень важно, чтобы и молодежь принимала участие в формировании городской среды, чтобы она думала о городе, как его можно развивать, как его можно благоустраивать, так как нам в этом городе в дальнейшем жить, надеюсь, свою жизнь. И очень важно, что вокруг нас. В школе номер 14 оборудован и стационарный пункт для проведения рейтингового голосования. Здесь на перемене, предварительно ознакомившись с перечнем территорий, могут проголосовать как учащиеся старших классов, так и педагоги. Волонтеры помогают и людям старшего поколения, которые в силу возраста могут столкнуться с трудностями при работе с электронными сервисами. Секретарь Совета ветеранов Пролетарского района Галина Васильевна Тулина с помощью этих ребят проголосовала на дому. Задача-то наша, и советы даже ветеранов, вовлекать людей в активную жизненную позицию. И мы этого делаем. И очень хорошо, что проводится такая работа. Народ будет знать, что город будет лучше, что его улица будет лучше, что его дом будет лучше. Стать волонтером проекта формирования комфортной городской среды может любой желающий. Для них проводят обучающие семинары и подробно рассказывают, как работать с системой рейтингового голосования. На таких мини-семинарах обучаем школьников, как зарегистрироваться на портале Добро.ру, как потом скачать мобильное приложение и как дальнейшее в нем работать и собирать голоса жителей. Рейтинговое голосование продлится до 31 мая. Свой голос в пользу благоустройства одной из 10 территорий можно отдать на платформе za.городсреда.ру или воспользоваться помощью волонтеров.